Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим свинину на пару с помидорами и сыром и гречку на гарнир. Для приготовления нам потребуется 400 грамм свинины, я взяла свиную шею, сразу разрезала на порционные кусочки, 180 грамм помидоров черри, 50 грамм твердого или полутвердого сыра, 30 грамм сметаны, пол чайной ложки горчицы, пол чайной ложки черного молотого перца, чайная ложка соли. На гарнир у меня будет гречневая каша. Я взяла 2 полных мультистакана гречки, это 280 грамм, и 500 миллилитров холодной воды, также чайная ложка соли. К сметане добавляем чайную ложку соли, черный молотый перец и горчицу. Все перемешиваем. Мясо я разрезала на 4 порционные кусочка, каждый кусочек толщиной примерно 1 сантиметр, и слегка отбила. Выкладываем в корзину пароварки. Каждый кусочек мяса смазываем подготовленной смесью, хорошо промазываем. На каждый кусочек выкладываем помидорки черри, разрезанные наполовинку. В чашу мультиварки я выложила промытую гречку. Добавляем чайную ложку соли. Заливаем все холодной водой. Сверху устанавливаем корзину пароварки с мясом. Сыр добавим в готовое блюдо. Закрываем крышку мультиварки. Готовлю в мультиварке Red Solution M800 на режиме рис-крупы 40 минут. Время истекло. Теперь каждый кусочек посыпаем сыром. И для яркости совсем немножко петрушки или зеленого лука. Хочу показать мясо в разрезе. Смотрите, каким сочным оно получилось. За это время мясо успело приготовиться, напиталось влагой и получилось очень-очень сочным. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!